Сегодня мы подобрали для вас и разберем битвы очень мощного и быстрого животного – носорога. Носороги – это крупные травоядные млекопитающие. Главное оружие носорога, кроме его массы, – это рог. Он может достигать длины 120 сантиметров. Не забудь подписаться и нажать на колокольчик. На этом видео носорог не поделил еду с бородавочником, напал на бедное животное и подбросил одного из них высоко в воздух. Львы охотятся стаей, и у них всегда есть какая-то тактика. Они понимают, что нападать спереди на носорога бесполезно. У носорога очень толстая шкура, неуязвимая к укусам львов. Все безуспешно, и они расходятся. В южноафриканском заповеднике носорог атаковал автомобиль с туристами. Животное решило, что автомобиль представляет опасность, и со всего разбега ударил в бок автомобиля. А здесь встретились два гиганта, носорог и слон. Слон начинает атаку первым и бьет носорога, носорог тут же отвечает. И пускай в слона масса намного больше, чем у носорога, упрямый носорог не поступился. Победителей нет, силы были примерно равны. Обычно буйвол избегает носорогов, уступает им в массе, да и рога буйвола не способны причинить серьезного вреда. Но этот буйвол оказался упрямым. Носорог несколько раз ударил буйвола. В этой схватке бесспорным победителем вышел носорог. А вот еще несколько моментов, когда носорог решает атаковать. Но тут встретились носорог и бегемот. Бегемот имеет практически такие же габариты и массу, как и носорог. Так что противник из него очень серьезный, тем более у носорога не было рога, и он эту схватку проиграл. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И смотрите два предыдущих видео.